Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новая программа телеканала СТВ «Поехали на курорт». Цель нашей программы – показать вам, наши дорогие россияне, что у нас в стране есть где отдохнуть, есть где качественно отдохнуть. И первый санаторий, с которого мы начинаем, мы сейчас в городе Сентуки, это санаторно-курортный комплекс «Русь». И изюминкой Руси является очень большой, качественный и насыщенный спа-комплекс. Впрочем, я думаю, что сейчас вы все сами увидите и все сами узнаете. Итак, санаторно-курортный комплекс «Русь». Пошли! Санаторно-курортный комплекс «Русь» – это в большинстве своем санаторий семейного типа. Сюда приезжают отдыхать с ребятишками целые семьи. Этот комплекс включает в себя два девятиэтажных корпуса, жилых корпусов, в которых находится 400 номеров. Эти 400 номеров могут включить порядка 840 основных гостей, причем в каждом номере предусмотрена установка дополнительного места. Также здесь есть специальные площадки для ребятишек, где с ними занимаются аниматоры, где установлены качели-карусели. Ну вот в один из этих 400 номеров заселится сегодня и наша съемочная группа. Пошли на ресепшн. Наш номер 2815. 2812. 28.11. Вот 28.15. Так, как сказали, просто прикладывают карточку. Обычно засовывают. О! Щелкнуло. Шли. Вот он, наш номер. Здесь в каждом номере есть плазма, на которой есть специальный канал. Назван он первый канал, по которому транслируется информация о санаторно-курортном комплексе «Русь». Вот, пожалуйста, о магазинах, о экскурсиях, о том, что здесь можно найти, где можно побывать. Вот такая замечательная идея. Но самый очаровательный, на мой взгляд, это, конечно же, вид из окна. Здесь из каждого номера, я прочитал презентации, открывается великолепный вид на равнину Кавказских гор. Посмотрите сюда, посмотрите, какая прелесть. Абсолютно все горы Локалиты, вон Машук, вон Биштау, гора Железная. Супер какой! И панорама, конечно, панорама замечательного города, курорта Ессентуки. А здесь еще один туалет. Слушай, какая прелесть, а? Я всегда мечтал пожить в номере с двумя туалетами. Знающие люди мне говорили, что здесь великолепные кровати. Друзья, я об этом очень-очень долго мечтал. Я это сейчас сделаю. Но это еще не все. У нас впереди спа-процедуры, у нас впереди бассейн, и у нас впереди самое главное – посещение врача. Потому что не нужно забывать, что это все-таки здравница. Друзья, мы в санаторно-курортном комплексе «Русь», город Ессентуки. Главным богатством кавказских минеральных вод, конечно же, являются источники. И санаторно-курортный комплекс «Русь» не исключение. Здесь есть свой собственный бювет. Что хочу сказать, то что стаканчик. На самом деле вода не просто из скважины, ведь так теплая, вот новая.
не просто из скважины бежит, но она еще предварительно, прежде чем поступить в этот бювет, она обрабатывается. Она обрабатывается ультрафиолетом, проходит различные фильтры, и вот в таком чистейшем и полезнейшем виде поступает на пользование гостям этого санаторно-курортного комплекса. Ваше здоровье! Для кого-то принципиально наличие водных пространств на курорте, то я могу вас обрадовать. Здесь, в санаторно-курортном комплексе «Русь», самый большой бассейн на Северном Кавказе. Плюс ко всему, здесь очень много разных прибамбасов. Ну, например, вот здесь есть вот такие две ванны джакузи. А там вот зона отдыха для ребятишек. Я уже говорил, что «Русь» – это санаторно-курортный комплекс семейного типа. И чуть дальше, там есть еще один сюрприз, ну, сейчас попытаемся испытать на себе, такого я еще не делал. Плюс к тому, что я плавать не умею, но говорят, здесь не очень глубоко. В той великолепной ванне джакузи, в которой я только что побывал, помимо вот этого большого источника, фонтана большого, там еще есть подводные такие струи, которые великолепно массируют спину, удовольствие несказанное. Я хочу сказать, друзья мои, что на самом деле этот бассейн пользуется популярностью не только у гостей, естественно, у гостей санаторно-курортного комплекса «Русь», но еще и у жителей Кавказских минеральных вод, которые могут просто сюда прийти, достаточно купить абонемент. Я еще раз вам напомню, что это самый большой бассейн здесь, на Северном Кавказе. Сюда съезжаются гости даже из соседних республик, друзья. А сейчас мне удалось буквально прорваться на прием к руководителю этой замечательной ЛОР-клиники Наталье Валерьевне Тарасовой, врача высшей категории. Ну и, конечно, пожаловаться на те проблемы, которые у меня есть. Наталья Валерьевна, ну вот еще хотелось бы поподробнее узнать о вашей клинике, потому что я слышал, что клиника действительно уникальна. ЛОР-клиника медицинского центра санаторно-курортного комплекса «Русь» – это уникальное явление на Северном Кавказе. Я хочу сказать, что это не только для Северного Кавказа явление желанное и значимое, но и для всей страны. Потому что это специализированное учреждение, которое оснащено по всем правилам и нормам европейским. Мы можем проводить консервативное лечение после диагностики, да? И это могут быть операции. Мы рады, что мы в данной ситуации работаем так, как работают в Европе, вообще так, как положено работать в мире. Легко ли жителю Ставропольского края к вам попасть? К нам попасть очень просто. Угу. Для того, чтобы попасть в ЛОР-клинику, надо всего лишь записаться на прием. Еще одна поистине жемчужина санаторно-курортного комплекса «Русь» – это уникальный спа-комплекс.
Здесь собрано множество косметологических процедур. Здесь есть уникальные камеры, гидромассаж. Но еще более уникален – это гидротермальный комплекс. В нем собраны практически все сауны и бани мира в одном месте. Представляете, друзья, в этом сегодня мы можем с вами убедиться, и вы увидите все это в нашей программе. Я напомню, что с вами Олег Исаев, программа «Поехали на курорт». Охватить абсолютно все процедуры, друзья, здесь простому человеку за один день, по крайней мере, невозможно. Поэтому мы выбрали самое интересное, на мой взгляд, чисто субъективно, потому что масса процедур, которые здесь предлагаются в санаторно-курортном комплексе «Русь», они все уникальны по-своему. Но вот это мне показалось, может, как простому обывателю, интереснее всех. Это... Я ее так назову – суперкапсула. Это суперкапсула. Здесь и гидромассаж, здесь и ароматерапия, здесь и душ Виши. Виши, правильно? Виши. Да, мало того, почему вот это все цветное – это и хром-терапия, это терапия цветом. Еще масса всего-всего, и сейчас я это все готов испытать только ради того, друзья, чтобы вы поняли, что здесь реально можно отдохнуть, набраться сил и восстановиться после долгой утомительной работы здесь, у нас, в России, в городе Ессентуки, в санаторно-курортном комплексе «Русь». Так, здесь несколько комнат, и первая – это всем знакомая финская сауна. Ну и запах, и жар все, собственно говоря, помнят, каким образом все это здесь происходит. Это очень жарко. Ой, ой, ой. Не для меня. Дальше очень интересная сауна, я такую не видел никогда, называется Расу. Это прародительница хамама, знаменитой бани. Вот таким вот образом очень красиво она выглядит. Вся в изразцах, но сейчас она не запущена, специально для того, чтобы вам показать. Здесь, во-первых, обмазываются специальной глиной, обмазываются специальной грязью. Она вся наполнена паром, и вот этот свод, этот потолок, свет включается, и он напоминает звездное небо. Здесь сидят вот на этих замечательных креслах, и принято вести беседы на мирные темы, пока все полезные вещества впитываются в кожу вместе вот с этим паром. Хотелось бы, конечно, посидеть здесь, друзья, но наше время здесь ограничено, поэтому нам нужно показать вам все. Следующая комната очень интересна, мы туда не пойдем, друзья. Это называется «Сенная баня». Вот здесь она находится, сейчас там клиенты. В чем суть? Там есть несколько сидений, и на спинке этих сидений вложены сенные подушки с настоящим сеном, со сбором трав. И сквозь эти подушки пропускается пар, банщик завешивает седока вот таким покрывалом, и тело впитывает в себя все вот эти вот ароматные ароматы, я по-другому сказать не могу. И вот здесь вот еще одна очень интересная комната, это соляная комната. Сюда тоже
подается, распыляется соль. Это очень полезно для верхних дыхательных путей. На самом деле здесь вот и стены, и пол. Это все вот самая настоящая соль, друзья. Это очень интересно. Вот таким вот образом. И дальше идет еще одна очень интересная комната. Вот это легендарная, я не побоюсь этого слова, турецкая баня. Вот все вот эти скамейки, вот эти вот столы, это все подогревается. Здесь великолепный аромат, и вы знаете, отсюда просто не хочется уходить. А какой потолок, какой свет. А теперь, вот находясь здесь, в этом помещении, ты понимаешь, зачем люди это придумали. Друзья, я напомню, что вы смотрите программу «Поехали на курорт», и сегодня мы в великолепнейшем санаторно-курортном комплексе «Русь» в городе Ессентуки. А вот это контрастный душ для ножек, для уставших. Тут по переменке, господи, а где она? Вот она. По переменке горячая холодная вода льется на ноги с большим напором. Это настолько здорово и самое главное весело. Вот, теперь я еще иду. Вот таким образом, да. Ну, конечно, для каждого гостя немаловажно питание в санаторно-курортном комплексе. Здесь поварам удивительно удается сочетать питание шведским столом и сочетать это с диетами. Их диет этих несколько, поскольку на наших каменгородских курортах отдыхают в основном люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и людям нужно обязательно здоровое питание. Вот здесь все это удается поварам сочетать. Сейчас мы это все и попробуем. Хочу заметить, что у нас изумительное оборудование, просто изумительное оборудование, на которых мы готовим блюда именно вот диетической направленности. То есть паровое, отварное, запеченное. То есть это самые основные вот по технологии приготовления. Значит, в арсенале у нас практически все продукты, которыми мы пользуемся, это продукты, как, где родился, там и сгодился. Да? То есть нашего региона, и региона, в общем-то, России. Мясные, молочные продукты, овощи, фрукты, то есть все задействовано, но в определенной обработке и в определенном режиме приема пищи. Первый день и первый выпуск в здравницах Кавказских минеральных вод подошел к своему завершению. Мы не показали вам еще очень много интересного. Мы оставили это для того, чтобы вы сами могли приехать сюда и убедиться, что здесь действительно здорово. А на этом я, Олег Исаев, прощаюсь с вами. И надеюсь, что мы встретимся с вами совсем скоро, но совсем в другом санатории. Будьте здоровы!